много детей и детей. Игры фотографируют блогеров. Так тут кайфово, даже лучше, чем на видеожаре. Всем привет, это Любомир Борода. Мы приехали с семьей в Киев на видеожару. Тут очень много детей и детей. Собственно, такой фестиваль Ютуба. Ну и, соответственно, основная аудитория Ютуба – это детишечки. Поэтому тут просто праздник для детей. У меня дочка счастлива. Это только начало. Буду показывать, что здесь интересно происходит. Целый тур по городам большим Украины. Кто ездил? Кто-то ездил? Харьков, Одесса. Даже есть те, которые ездили. Я в Одессе был. Днепр. Днепр, конечно же. В Одессе. Вы были точно. Прикольно здесь, так куча маленьких всяких модных, интересных детей, все такие модные, интересно одеты, выкрашены в разные цвета, можно встретить там детишек по 7, по 8 лет с интересными прическами, в прикольных всяких штуках, интересный маркет, куча всяких приколов, связанных с Ютубом, с блогингом, то есть даже мне вот... взрослому мужику это прикольно порассматривать все эти значочки, наклеечки и прочие всякие штуки. Ну, очень кайфово. Мне нравится. Два дня и люди совершенно разные сегодня ходят. И несколько сцен, на каждой сцене кто-то что-то рассказывает, кого-то показывают, поют и кормят. И есть зоны, где нужно отдохнуть, посидеть и музыку послушать. И очень-очень кайфово. А это блогеры фотографируют блогеров. Третий вопрос. Как ты себя настраиваешь? Как ты себя заряжала? Три маргона, поляна. Вообще, насколько это реально? Вот на секундочку, я даже бесплатно пытаюсь помочь людям, но люди настолько, к сожалению, ленивы, что не все могут себя заставить. Классно. Давай еще. Да, круто. Два, один. Поехали! Оба! Нормально, так. Все целы. Три, Thank you.
Короче, мы решили соскочить с этой жары, потому что там, помимо видео, жары просто жара. Тяжело переносится вот это вот, либо в тенечке сидеть. Ну и, собственно, все посмотрели, все интересно. Детей много, приколюк много. Но решили уйти с видео жары и пошли в океанариум. Никогда не были. Возмущенные такие морды. Так тут кайфово, даже лучше, чем на видео жаре. Решили, что на второй день видео жары мы тоже сходим. Не каждый же день проходит такой фестиваль. Киев, как настроение? О, я говорю Эксо, вы говорите Лай. Эксо, Эксо, второй большой привет. Если вас не прет, значит других нет. Нет, нет, это не бред. Еще 10 лет ползти, каждый может, невозможно. Yeah. Это еще не конец, не начало, конец. Не просто тупо трёх, ты считай до трёх. Успокойся, у подруга на камне уже получится. Помогите ей кто-нибудь, но открывайте, ребят, там есть таблички. У меня футболка. Сегодня Женя увидела своего любимого блогера, а мы с ним сделали селфи, а потом сделали селфи еще с каким-то блогером. Ну и сегодня попрохладнее и более комфортно все это воспринимается, и народу поменьше, и вот так вот прям кайфово можно погулять. Ну и классно, вот по организации очень нравится вообще. Классный фестивальчик. Все такие радостные. Все улыбаются, фотографируются, снимают. Кайфово. Вот смотрите, какие тут интересные персонажи стоят. Ну, не одна, потому что мы канал делаем вместе. Артем полноправный участник канала. Смотрите сзади меня, какое чудо идет. Скажи, пожалуйста, вот для всех зрителей, сейчас меня арестуют и пипец. А где можно посмотреть все это, где можно приобрести? Не будем больше вас задерживать. Вот, а теперь давай Yeah.
теперь вам ее показывать все время и говорить. Подпишись на мой канал. Фестиваль называется «Фестиваль улицы Костельная». А всякие магазинчики и прочие, которые здесь находятся на этой улице, они выходят и торгуют. Ну и плюс, я так понимаю, сюда приезжают еще всякие разные хендмейд штуки, разные вкусные сыры и прочее. И тут очень круто, интересно. Там сразу этот бар, там такая черная вывеска, можно туда попасть и выпить вкусно. А это вот наша подруга Аня. Работает здесь. О, стой! Сегодня хватило у нас сил дожить до вечера и не уехать отдыхать. Вот. Но все равно ножки болят. Уже такая усталость, уже ничего не хочется. Не знаю, сейчас, возможно, еще пару местечек каких-нибудь зацепим и уже поедем отдыхать. Завтра утром у нас поезд в Николаев. И надо завтра работать уже. Отдых закончен. Хорошего, как всегда, мало. Еще открытием этой поездки у нас стало мороженое, которое называется Мистер Попс. Мороженое очень вкусное. Похоже на какие-то, наверное, круто замороженные йогурты. Очень кайфовые, такие натуральные. Вот, перепробовали 10 разных вкусов. Сейчас ем двойной шоколад, называется. Похоже на... Знаете, есть такие торты, стауты, которые можно запросто пить с каким-нибудь Гиннесом, каким-нибудь стаутом, крафтовым. Вот, очень вкусно. Цена на такое мороженое от 45 до 60 гривен. Вот. Первый раз мы такое встретили. Вот, в нашем городе такого точно нет. А вы пробовали такое мороженое? Все, погнали мы в Николаев. В Киеве хорошо, в Николаеве надо работать.